Продолжаем выпуск. 22 июня страна отметит траурную дату – 78 лет с начала Великой Отечественной войны. Торжественные митинги по традиции пройдут у памятников, посвященных страшным событиям прошлого. А тем временем далеко не все из монументов находятся в надлежащем виде. В Ангарске у композиции «Голуби мира» разваливается постамент. Ремонт конструкции проводили всего 2 года назад, но перепады температуры и использование памятника не по назначению сделали свое дело. Местные БМХ-серы частенько эксплуатируют символ мира в качестве тренажера. Понятно, что они спортом занимаются, они рассекают на велосипедах, и как раз велосипедами они бьют по вот этому постаменту в том числе. И если бы, наверное, не было таких ударов, так скажем, по постаменту, наверное, бы плитки и держались лучше, дольше и качественнее они. Поэтому это молодежи в первую очередь хочется сказать, чтобы, если даже они ездят вокруг у памятника, то вокруг памятника, пожалуйста, но по памятнику бить велосипедами нельзя. Ремонтировать монумент, скорее всего, придется за счет муниципального бюджета. По крайней мере, обращение по этому поводу от директора музея в окружную администрацию уже поступило.